Мы готовим завтрак уже с Гришкой, уже проснулись в 6 часов, уже 7. Я там кое-какие записи сделала, и сейчас будем завтракать. Этот человек уже завтракает. Гриша выбрал сегодня пирожки со сметаной и чай. И будут вафли. Сейчас попробую сделать с творогом и с бананом. Давайте вместе. Так, я взяла 2 яйца, сейчас их немного подзабью вот так вот одним венчиком. В общем, рецепт у меня называется «Сочинила его из нескольких рецептов». В общем, взбиваем 2 яйца, чуть-чуть. Так, теперь я сюда добавила пачку творожка 5%, и сейчас все это разомну вилкой. У меня еще будет один банан. Я его тоже сейчас же сюда добавлю, разомну вилкой. Он у нас такой, видите, уже точно мягкий и вкусный. И еще немножко изюма и муку. Сахар не буду добавлять, потому что есть банан и изюм. И еще у нас есть сироп для послащения. В общем, делаем такое тесто. Вот теперь банан. Тоже разминаю. И буду еще добавлять сюда рисовую муку. Добавила изюм, размяла банан. Сейчас будем сыпать муку. Рисовую. Вообще, честно, первый раз делаю вафли, поэтому, в общем, вот так вот все получилось. Муки просто взяла рисовой и насыпала с пачки без всяких ложек, поэтому все на глаз. Сейчас будем пробовать выпекать. Вафельница уже нагрелась. Та-да-да-дам! Тут столько пара! Сейчас будем открывать, смотреть, что получилось, хоть что-нибудь. Вау, получилось! Класс! Класс! Так, вот такие вафли получились. Сейчас еще жарю одну партию. Еще будет на одну партию получится. Вот это вот пачка творога, банан. Это все на... И 2 яйца. Это все на 6 вафелек. Так, все, мой завтрак готов. Чай. Ура! Приятного аппетита! Так, что могу сказать про вкус вафель? Так как это мой новый... рецепт, новый, сложно сочиненный рецепт. В общем, если у вас нет вот этого вот сиропа, попозже его покажу, он с метро, и он бешено сладкий, то тогда добавляйте сахар обязательно, потому что без сахара. Мы сейчас с Гришкой идем на кладбище пешком, потом с родителями поедем на старое. Вот. Взяла с собой пирожки, подогрела их в микроволновке. Влажные салфетки, вот такие вот печеньки, банан, сметану надо поставить. И внизу там еще колбаса, сыр, нарезка. Глянь, это соседи. Соседская собачка, да? У них тут нет. Очень редко бывает, когда на провода хорошая погода. Обычно ветер, дождь, и детей не берут на кладбище. Но сегодня прям исключение. Ну, в прошлом году ветер был. Ну да. Побежал. Пошли. Так, мы с Гришкой засекаем, сколько мы сейчас пройдем шагов до кладбища. Мама говорит, что 10 тысяч шагов должно быть минимум в день. Да, и мне кажется, то, что 5 тысяч, ну, до 10 тысяч шагов, я хоть только старпёр с лишним весом. Почему? У меня бывает иногда 8 тысяч шагов. Мама! Всегда 10. Так, в общем, сейчас у меня 1817 шагов. Сейчас посмотрим, сколько мы... сделаем. Через секунду посмотрим, сколько. В общем, машины тоже уже едут на кладбище. И мы идем. 9 утра сейчас. Ну, уже можно тепло. Пошли. Нет, я не настолько экстремал. Просто хорошо, что тут нету этой расквашенной жижи, а то ты бы сейчас свалился. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, мы выходим. Машин много. Вот представьте, 3 дня тут машин много, а раньше было все в один день. И то есть тут было вообще не проехать, не пройти. Это снимать. Вот бабушка. Одежки уже современная фотография. А у бабушки еще такая черно-белая. Сколько у них получается? 18 лет, да, девушка пережил? Ну, 16 там. Ну, чтобы сменку положить. Ну да, 18 лет. Угу. Я мальчик, боюсь.
Так, а это девушки Сашины родители. Вернее, не родители, папа и Башка Маня. Он Арман. Угу. Все, у Гриши тут полный мешок. Ты попробуй его поднять. Пошли. Да, да, мы с тобой, стой. Ну, это все ты и это. Угу. Возьмем. Пошли, Гриша. Сейчас мы на старое кладбище. Садитесь. Кто, девочки с нами? Да. Гриша, тогда Гриша, иди туда. Все, Гриша с тетей Верой. А мы все вместе, да? Давайте тут, девушка Петя. Что? Где ты, Маргарита? Тебе не жарко? Едем домой, потом. Ну что, ты узнала? Что ты сегодня нового узнала, Маргарита? Ничего. Ну как ничего? Ты что узнала сегодня? Ничего. Тоже ничего, очень жаль. Скажи, что ты сегодня думала? Думала о дедушке Коле. Да, ну и что ты там придумала о дедушке Коле? Я думала, что дедушка Коля в фото, а голове его в фото. Да? На небе он сейчас, да? Смотрит на нас? Он на земле. Саша, это кормилица, да? А еще о ком думала? Я еще думала о бабушке Зое. Да? Да. Тоже тебя назвали в честь бабушки Зои, да? Она умерла, когда ей было сколько? 18 лет, а да? А другой. А у тебя же еще есть другая бабушка Зоя, да? Конечно, другая бабушка. У тебя же много. Еще другая бабушка Зоя, которая... 70. Это бабушки Галина мама, да? Угу. 70. Минуска бабушка, Мегильца, да? Куда мы приехали теперь в Медведовку с мамой и с дядей Петей. А потом на Славянское поедем. Да нет, мы не поедем. Так, дядя Петя теперь привезли домой. А у них тут такие красивущие клематисы, да? Открывайте, вот Вера фотографирует. Какие они красивые. Так было так, хорошо, это что у нас? Медведовка. Да, тут... Бля, какой это за что? За церковью Васина Ира живет. Вот это школа, школа, да? Школа, Антоша, что тут сейчас, а? Я помню, мы даже один раз забирали его, да? Мы уже дома, я уже даже поспала у родителей до 4. Сейчас нас папа привез. Перед тем, как ехать на кладбище в Медведовку, заехали на почту, мне пришли кроссовки. Заказывала их через Инстаграм, так, в подарок носки. Правда, я черные не люблю, наверное, отдам Гришке. Вот такие вот кроссовки, 38 размер мне как раз подошел, я уже их померила в машине сразу. Найки, они вот такие вот, знаете, как единые, то есть они, то есть здесь шнурки как для декоративный элемент такой некий, потому что кроссовки единые, упакованы хорошо, с вот такими штуками. Это китайщина немного попахивает, то есть запах какой-то есть. Смотрю, как просто хочется, чтобы на танцах я была в новых кроссовках. Не знаю, я думаю, что я их буду по улице носить, не знаю, как будет. В общем, они такие тряпочные. И 38 размера, не знаю, розовенькие. Все, как я люблю. Сейчас примерю. Все, я их обула. В них прям удобно, они прям супер легкие. Посмотрим, как сегодня мне будет в них танцеваться. Мальчишка есть. Мы сейчас да с Гришей будем. Мы сейчас с Гришей будем разговаривать. Гриш, ну все, иди. Я сама, значит, нет, ты тут начинаешь возмущаться. Свои. Это мои конфеты. Гриша сейчас свои. Первая конфета. Ты что, уже начала есть? Черный шоколад. С апельсином. Угу. Даже не влазит. Ну, ты открой хорошо и потихоньку. Ну, Гриша. О, потихонечку. Угу. Будем все разбирать, яйца. Простите за яйца. Сейчас будем все разбирать, да, сына? У меня ломалось. Да. Вот такое полотенечко. Прикольно. А ты их нужно сложить и давай все сейчас постирать. Я этим буду голову обтирать. Ну, только постирать его нужно, Зой. А, ну, давай сейчас все, которые здесь.
Вот еще, ну сейчас еще может какие-то будут платочек. Ну тоже его постирать. Вот еще здесь полотенце. Давай сейчас разберем хорошо. Салфетку надо постирать. Обязательно я должна этим заниматься. А кто? Ну ты прям на стол поставь пакет. Да нет, мне так удобнее. Вот так. Мы сейчас будем готовить с Гришкой пиццу. Он поехал за кетчупом. Вот. И делать решили пиццу, потому что у нас получается колбаса была там на кладбище, она стояла все равно на солнце. И так я бы ее уже не ела, либо бы пожарила с яичницей. То есть она-то нормальная, но такая заветренная. Поэтому сейчас сделаем пиццу. Мне кажется, для пиццы самая такая колбаса, самое то. Помидоры есть, сыр есть. Сейчас будем делать тесто. Тесто будет опять в хлебопечке. Здесь есть у меня режим не теста, а паста. Он занимает, по-моему, 15 минут. Замес, то есть просто замес, без подхода. Вот я его включу и сделаю тесто. Вот такие вот есть дрожжи специально для пиццы. Они не очень подходят. Ну вот я уже делала с них с них пиццу, и они не очень подходят, то есть тесто у пиццы не становится таким хлебушком. Буду их использовать. Тесто для пиццы будет такое же, как вчера для пирожков. Сейчас вот его все заложу в хлебопечку, оно вымесит, и будем немножко отдохнет, и будем делать пиццу. У меня получилось, вот я все засыпала для теста, смешала три вида муки, самую обычную, взяла еще рисовую и кукурузную, только потому, что мне не хотелось идти за пшеничной мукой ее набирать. Поэтому я тут все, что было, смешала. По чуть-чуть сейчас высыпаю пачку дрожжей и все на 15 минут в хлебопечку. Вот она тут месяца ваша. У нас тут и Пирогова по суперу, и колбаса, соус, что это у нас, кетчуп и майонез, лук, сыр, зелень, помидорки, и, Гриша, у нас еще есть оливки, ты будешь, вот тестушка. О, давай оливки. По-моему, были у нас оливки, сейчас я проверю, да, еще баночка оливок есть. Маслинки добавляем? Ты любишь? Хорошо, тогда давай, сейчас еще маслинки порежу. Раскатала я из примерно третьей части, наверное, теста вот такую вот пиццу. Сейчас буду выкладывать начинку. Гриша уже ждет. Так, вот такая пицца. Сейчас отправляем минут на 25 в духовку и будем ужинать с Гришкой пиццей. Пицца! Готова! Ура! Я разделила... Она такая большая, не на какую тарелку. От чего? Не знаю, но вот здесь болят. Наверное, из-за того, что мне сумку дали. Так, в общем, я разделила пиццу, порезала ее сразу и забыла посыпать сразу зелень, поэтому пока так. И сейчас уже будем кушать. Оливки! Да, мы, кстати, же с маслинами сделали. Она горячущая. Нет? Нормально? Вкусно? Шрек. Гришка тут сам остается. Все, пока. Антоха теперь меня встречает. Вы приехали, меня нету, да? Да ну и как, им понравился сюрприз? А что вы такие загоревшие? Что там, такая жара, что ли? Мама, да. У вас тоже жара? Я еще проверяю рот, все упускай. Давай. Не, я такой сюрприз. Мой родной. Кто там меня зовет в тру-лялях, а? Яйца привезли. Да вы что, яйца там были? Рассказывай, как ты погостил? Хорошо. Мы с дедушкой Аланой пошли к
Костёл полили. Да? Да. Яиц целое ведёрко. Бля, сколько они привезли. Моё туда 10 килограмм, которые в сумке были, это ничего по сравнению с ними. Да, сейчас будем всё разбирать. Всё самое вкусное. Где ты, мой красавчик? Ещё вафельница у меня, ещё одна, да? То ни одной не было, теперь целых две. Сходи больше, чем Агися. Да. I used to believe.